Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 576. Найдите в художественной литературе, в интернете, в фотоальбомах изображения объектов, природы или предметов, созданных руками человека, который обладает осевой симметрией. Таких примеров в интернете, в художественной литературе очень много. Я приведу лишь несколько таких изображений. Если поискать в художественной литературе, в интернете, в различных фотоальбомах, то таких изображений, таких объектов, которые созданы либо природой, либо созданы руками человека и обладают осевой симметрией, можно найти много. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.